Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на глазированный сырок «Вкусный день». Стоил он в ленте 10 рублей. Вот, и давайте его посмотрим. Так он выглядит. Тут такая картиночка красивая. Дата изготовления. Так, там состав, на него будет картинка в конце ролика. Так, тут чего? Растительные жиры, там, та-та-там. И давайте его откроем, посмотрим, что там внутри у нас. Берем такое наше блюдечко. Ах, ты еще не хочет вылазить. Опа! Вот наш и сырок. На вид самый обыкновенный, черненький, как в детстве были, прям такие же. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, что внутри. Опа. Ну вот он такой шоколадный. Тут там какие-то белые точечки. Давайте еще раз разрежем. Наверное, что-то не промолотое там. Там не промолотый, короче. Тут тоже есть белая штучка непонятная. Ну и давайте его немножечко вот так сейчас попробуем размягчить. Ой, сразу. Ну он, в принципе, уже мягенький такой, потому что с холодильника его достал уже более часа, даже, наверное, часа два, как она. Вон он мягенький такой. Как творог мы с вами проверяли. Оставляет вот картиночки, елочки. Ну, давайте попробуем. На вкус обыкновенный сырок, да, такой с какао, нежненький, мягенький, сладкий, такой прям вкус какао чувствуется, потому что, по-моему, какао, у нас есть шоколад, да, какао, такой же можно, в принципе, самим дома приготовить, нам же проще купить. Вот, также там в составе, конечно, есть Е-добавки, поскольку он за 10 рублей. Вот, на состав будет отдельным, вернее, в этом же ролике отдельная там фотография в конце ролика. О, заговорила, так вкусно. Вот, ну, вкусный, да, такой сладенький. Такой прям мягенький. Вкусно.
вкусно, но чего-то не хватает. Чего-то или лишнее, там что-то вкус какой-то странный присутствует. То ли как будто кисленькое чего-то там. То ли, не знаю, приторно-сладкое, но что-то не хватает. И мне не нравятся, в принципе, знаете, вот эти вот белые точки. Непромежность. Ну, видимо, потому что он дешевый, поэтому вот так вот. Вот. В принципе, это все у нас. Мы с вами его попробовали. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такой сырок. Свои отзывы обязательно напишите, потому что другие люди будут смотреть. Им тоже будет интересно. Стоит, не стоит такое покупать, что там внутри. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите мои другие ролики. Есть влоги там еще очень интересные. С моим сынком маленьким. И всем пока-пока.